Всем привет! Меня зовут Саша, вы на канале «Посылки из Китая». Ну, естественно, если канал называется «Посылки из Китая», давайте их открывать. Так, на камеру. Поехали. Первая посылка. Какая-то розовая коробочка. Звезда в шоке. О, а здесь у нас находится вот такой вот крючок-поваренок. Сам крючок, ну, наверное, гипсовый какой-то. Ну, очень, по крайней мере, похоже. Имеется 3М скотча кусочек. Ну, в общем, смысл такой. Приклеили ему на спину, приклеили где-то на плитку, и он у вас держит полотенце, ну, или что-нибудь в таком духе. Ну, возможно, даже штекер от какого-то прибора поставить. Ну, выглядит, в принципе, неплохо. По размерам, вот, смотрите, с мою, ну, с пол моей ладони приблизительно. Ну, а мы переходим дальше. Так, следующая посылочка. И здесь у нас вот такой вот фонарик. Так, сразу смотрим, что в нем есть. Есть крючок для подвешивания. Ну, батареек, скорее всего, конечно же, нет. Идут у нас 1,5-вольтовые 3А, 3 штуки. Эта штука тоже вот как-то выставляется. Здесь то ли магнит, то ли что. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? А, нож керамический, не проверю. Да, не смогу проверить, чуть позже покажу. О, а здесь какая-то уже дрянь, он разломана. Может, его так нельзя было делать? Хрен его знает. Ладно, не суть. Будем смотреть. И кнопочка. Ну, достаточно жесткая. Сейчас мы это дело посмотрим. В общем, фонарик достаточно забавная штуковина. Здесь у нас, в принципе, мощный магнит. То есть, ну, можно подвесить куда-нибудь его на капот при ремонте. Ну, или куда-нибудь просто на обычную металлическую поверхность. Крючок вращается на, практически на 360 градусов. Как угодно его можно повернуть, закрепить. А светит, ну, я бы сказал, ярко. Сейчас покажу. Потушу софтбоксы. Так. Ну, кроме ноутбука, в данный момент ничего вообще не светит в комнате. Вот свет от фонарика. ОТГ-переходничок отчетливо различим. Вот моя рука. Ну, все, в принципе, видно. Хорошее освещение дает фонарь в кромешной темноте. А если даже не очень темно, где-нибудь сумерки какие, я думаю, будет, ну, не то чтобы незаменимой вещью, но послужит вам неоднократно. Единственный косяк. Вот так быть не должно. То есть здесь либо китайцы что-то не допилили в самом этом фонаре, либо наоборот перепилили. Потому что эта часть открывается комфортно, удобно. Никаких левых косяков не видно. А здесь либо в этом повороте, либо в этом он сразу вот начинает разваливаться, трескаться. Так, вот такой оказался у нас фонарик. А давайте теперь смотреть следующую посылочку. И здесь, я так догадываюсь, у нас находится алмазная вышивка. Да, действительно, алмазная вышивка. Рисунок, ну, какая-то природа, снежная зима. Целая куча стразиков различных, лодочка для удобства. Ну, это не очень интересная посылка на самом деле. Уже получал такие. Жене понравились, сыну понравились. Сидят вдвоем, строчат эту штуковину, клеят, приклеивают. Так, и следующая посылка у нас memory card. Вроде бы даже high speed. Открыть можно? Хозяин карты дал добро, говорит, да, можно. Ну, давайте посмотрим тогда. Разрезаем, не жалеем, пусть смотрит и ужасается. Так, ёлки. Сам контейнер стандартный. И здесь у нас имеется переходник на обычную SD-ху. И какая-то контора. Бинфул.
High Speed, если честно, выглядит очень стрёмно. Ну нахер. Отец. И давайте откроем вот эту посылочку. Много пакетиков. Все, пакетики закончились. И здесь у нас находятся переходнички. Так, а переходничок у нас USB, микро USB. И здесь также можно вставить флешечку. Вот мы, эта флешечка, показать наглядней. Вставляем флешку вот сюда. Да, в принципе, сюда она вставляется. Не понял? Какая-то фигня. А, вот. Вот так флешка загоняется. И вы можете, в принципе, даже считывать с помощью этого адаптера, как картридер, информацию с самой флешки. Такие 4 штуки, дешевые вещицы, но очень-очень полезные. Плюс имеется петличка маленькая для того, чтобы повесить ее на ключи. Так, давайте вот эту колбасу посмотрим. Планки для подсветки. Для подсветки чего-то. Посылка не моя. Понятия не имею, что это за фигня такая. И вообще полезна ли она. Если вдруг кого-то заинтересуют эти штуковины, я у хозяина этих планок вытрясу небольшой обзор, ну или как минимум фотографию этой штуки уже в рабочем собранном виде, как оно будет работать, светить. Так, ну я так понимаю, эти планки, здесь 6 штук, судя по проводам, да, 6 планок, приблизительно полуметровая каждая, то есть итого получается, ну, в районе 6-3 метров. Ну, ничего не могу вам о них сказать. Вроде бы, ну, на вид нормальные. Нигде никаких коцов нету. Все целое. Как оно будет в работе, повторяюсь, если кому-то будет интересно, пишите мне. Я узнаю, уточню у хозяина и вам покажем это. Кому это надо, никому не надо. Кому это нужно, никому не нужно. Мы открываем последнюю посылочку, и здесь у нас силиконовые вкладыши. Сейчас очень крутая мода у всех клеить разную хрень на заднюю стенку своего телефона. Ну, что, я не исключение, возьму себе вот такую фигню приклею. И когда у меня будут нервы сдавать, я буду сидеть сзади телефон жмякать. Не, на самом деле это против вальгусной какой-то болезни. Жена заказывала себе, потом, короче, показала кому-то из знакомых, и те сказали, очень классная штука. Так, пока не забыл, давайте проведем конкурс, как обычно, на 100 российских рублей. Проведем приблизительно через 10 дней. Абсолютно любой комментарий под этим видео, поставить лайк, быть подписчиком моего канала. На этом посылки закончились. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.